Да? Шипит чего-то в нем. У нас какое-то 29-е и 31-е место, чтобы ты знал. Так, друзья, все, мы сели на наши места. 29-31, Санкт-Петербург, Сухум. Так, вот наши места. Вот такие у нас. Вот такие. Здесь кондиционер должен быть. Угу. Так, вот такие места у нас, собственно. Для зарядки телефона есть, крючочек есть, вешалка, такая полочка, еще крючочек. А это подзарядка? Вот, я показывала только что. Да. Так, с твоей стороны нет, что ли? Одна получается. Может, под столом? Я не знаю. Вот это а, вот под столом еще одна есть. Да? Ага. Угу. Так, лежанки. Как это называется, Сереж? Полочки. Мы уже свои разложили. Вот такие матрасики. Такие простыни. Простыня, вот набор. Набор постельного белья. Полотенчики. Наволочка. Пододеяльник. Простыня. Не знаю, говорила, нет. Верхняя полка, все вот по такому же принципу, как и в московском мы ехали. Вот штора должна опускаться. Ага, кстати, форточка открыта, да? Форточка открыта. Неужели без кондиционера? Да нет. Думаешь, нету? Ну не знаю, форточка вот открыта. Не... Ночью прохладно. Ночью прохладно, да, Сереж, ехать. Вот, друзья. Так, штрих-коды для заказа, что желаем в пути приобрести. Еще снимем вот такой вид железнодорожного вокзала города Сухум. Такая красивая пальма вдали. Ого, какая. Грязные. Сережа у меня снарядился в очки. Чего-то читать собрался. Ой, друзья, вы посмотрите на меня сейчас и не пугайтесь. Я вся в поту. Вообще. Вся. Жарко. Вообще. Мне так вообще всегда жарко и душно. Сколько там до отправления? 19:40. Нажми на кнопочку сбоку. Вот на эту, да. Ой, сейчас я переведу. Почти. Вот, 19:40. Угу. Это еще 20 минут. 20 минут еще до отправления. Вон еще пассажиры. Да, еще пассажиры, да, подходят. Ну, еще целых 20 минут. Ребят, в поезде пахнет, как будто лошадей везли. Воняет коровником. Ты чуешь, Сереж? Угу. Согласишься со мной? Угу. Копытами прям воняет. Фу. Неужели, правда, каких-то лошадей перевозили, а? Да коров. А почему так воняет-то? От ног, думаешь? А-а-а. Это что ж такой вонючий ехал кто-то сюда? Не один же. Караул. Караул. Ой, Сережка. У кого-то все заканчивается, а у нас только начинается. Мы кого-то перехитрили, да, Сереж? Да нет. Сам себе не перехитришь. Да. Хитрожопый ты, Иванов. Так что
Сережка. Как мы хорошо попали к Гураму. Ой, как хорошо. Столько лет я боялась из-за этой Турции ехать куда-то. И ты боялся. Тут тоже еще непонятно, что. Друзья, ну, заправила я постель. Был у нас почему-то один комплект. Вот. Были две простыни, я вот заправила. Себе заправила, получается, подушечку. А Сереже вон пока полотенчик. По-босяцки так это поделилась с ним. Ну, мы люди не вредные. Вот. Сережа уже рубашонку свою повесил. Под мусор положил себе. У меня прям отнял, себе положил пакетик для мусора. Жадный ты, Сергей Валерьевич. Какой есть? Жадина, говядина. Куда ты едешь-то? Куда-то туда. Да нет, в другую сторону мы сейчас поедем. Туда поедем. А населенный пункт как называется? Куда едешь отдыхать-то? Не скажу. Почему не скажешь? Контент. Ой, пытать под пытками не скажет, правда. Так, друзья, у нас туалет прям рядышком, через одно купе. Он сейчас пока не работает. Туалет быстро засниму. Вот такой туалетная бумага имеется. Здесь еще туалетная бумага. Ну, для как полотенце, наверное, руки вытирать. Ёршик смывается как-то кнопочкой. Вон она старая, старого образца для обработки рук. Типа мыло и зеркала. Дальше уже другие вагоны. Так, это вот Серёж, а как между купе называется вот этот промежуток? Тамбур. Тамбур, друзья, забыл. Вот. Да, туалетик хиленький, конечно. Ну, хоть и есть. Угу, но есть и рабочий. Ну, вот, конечно, без сидушек уже, только одна туалетная бумага там. Смыватель старый, кнопочный, ой, пластмассовый. Да ладно, какая нравится. Да, ну нам ехать недолго, поэтому ничего страшного. Все, сейчас отправляют. Да, сейчас мы поедем. Итак, друзья, ну что, принесли нам остальное вот белье, постелили мы уже, чтобы накрыться. У Сережи тоже вот, не убирай. Я не для этого положила. Все, вот у Сережи теперь полный проводник прошел. Мимо мы у него спросили, без проблем дали. Я что хочу сказать. Полотенце вот Нульсон. Посмотрите, видите, еще поблескивает. Нульсон прям вообще белье. Вот. Такие дела. Сейчас поедем, друзья. Через 8 часов. Друзья, покушать у нас ничего нету. Извините. Ты чё? Стол мы вам не покажем никакой. Кушать у нас нечего. Ты чё? У нас вообще ничего нет. Да кусочек колбаски там где-то завалялся. Ну хорошо, кусочек. А ты голодный? А как ты думаешь? Шпроты поел в обед? Тебе еще кормить надо? Вагон-ресторана, кстати, нету. Да, друзья, вагон-ресторана нету, я спросила.
как нам девочка сказала, отменили на дальние следования вагоны-рестораны. Вот как-то так. Не горю, Сережа. Нам ли будет печали? Утром приедешь, любая столовая твоя. Уж есть ты там будешь. И первое, и второе, и третье. Можно и четвертое, и с пятым. А можно потом еще по второму кругу пойти. Можно еще в плен взять. Наберешь плен. Друзья, не кормлю мужа совсем. Голодом морю. Правда, ничего у нас нету, друзья. Там какой-то огрызок колбасы остался. Ничего мы не купили. Ну, ехать недалеко. И в магазин идти не хотелось перед отъездом. Друзья, я растерялась, вот Сережа говорит, мы тронулись. Я вас обманула, у нас есть вода. Хорошо ходит. Ой, я вас люблю, мои дорогие. Привет вам из Абхазии от Елены Валерьевны. Мне кажется, даже кондиционер. О, блин, какие старые. Да. А вагон? Ой, сколько мы с тобой... Да. Сколько мы с тобой, Сереж, пересмотрели этих старых зданий. Козловой. А еще дальше. Глянь, какие люди ж тут жили. О, карета, работа. Карета какая, вон она. Ну да, люди тут работали, жили. Да, вот дом вообще, по-моему, начали строить и не достроили. Русскими надо заселить. Русские приедут, все отстроят. Не надо. Вон, продается, вон квартира прям написана. Продается. Все, уже не приближу. Ну ладно. Друзья, прислушайтесь, как поет поезд. Так поет поезд только в Абхазии. Мне это напоминает какой-то орган. Посмотрите, сколько высоток. Они брошенные. Не заселены. Такие обалденные дома. Я даже уверена, что нет трещин в этих домах. Тогда умели строить. Как поет поезд, орган. Вот как видно хорошо, друзья, дома. Горы, да. Наверное, с твоей стороны видно хорошо.
Да, вон и горы с твоей стороны хорошо снимать. О, вот, вот поет поезд, друзья, слушайте, как поет. Кондиционера нет, друзья, приточная подача воздуха, форточка. Если честно, я первый раз с такой системой еду в поезда. Все время были кондиционеры. Вы послушайте, какая песня. Еще форточка открыта, поэтому очень хорошо слышно. Слышите, друзья? Вой. Я отлично слышу. Ты ж слышишь, Сереж, вой? Я слышу. А вон еще речка. Горная река. Тут еще слышно. И железный мост. Качественный советский железный мост. И музыка еще по-другому поет. Как будто хор. Друзья, море. Нашла немножко покушать. Сережа вон решил перекусить. Кусочек колбаски, салат, качан и сыр. Хлеба нету. Пусть покушает. А я, друзья, вот на боковушке села. Сижу. Вот столик у меня. Сижу на боковушке. Рядом у меня Сергей. Отлично, едем, вообще никого. Обалденно. Давайте я вам еще морюшко покажу. А, пока заросли. Еще в Абхазии он не будет, когда на территорию России заедем. Закат, друзья. Закат. Новый Афон. Герань. Он козел ел, Сереж. Словно лист жуешь капустный.
Карты где-то были. Карты, не знаю, даже не спрашивай. Наверное, в чемодане где-то валяются. Хорошо было бы поиграть. На меня сними. Друзья, у нас темно. Сейчас была остановочка. У меня Сережа захотел сало, а у нас нет хлеба. Мы хотели выйти на остановку, а прямо в начале вагона женщина сидит, у нее так стол накрыт, я подошла к ней, говорю, женщина, дайте хлебушек. Она вроде так растерялась, говорит, вроде на столе все есть, а хлеба нет. Говорит, идите, я вам сейчас принесу. Или же приносит нам полбуханки. Я говорю, ой, тут так много. Да я, говорит, понабрала. Вот, что ты мне подносишь? Показываю. А, вот он, сало жрет, сидит. Бессовестный. Давайте я вам его покажу. О, хлебушек у него, сало. О, хлебушек, сало. Я тебя не показываю. Вот, посмотрите, это белорусское сало, хлебушек, друзья. Ну, видно, женщина тоже едет это с Абхазии. Хлебушек такой мягкий, душистый, так пахнет хорошо. Но у Сережи сало, конечно, тоже шикарное. Это, Сереж, шкурочка жуется? Жует. Ага, ну давай, приятного тебе аппетита. Так что, друзья, выручили нас, дали нам хлебушка. Вот. Сережа кушает, сидит у меня. По пирожке. Ну, видишь как. Ух, людей-то сколько идет. На Ингагра теперь приехали. Что могут к нам еще и подсесть. Опоздали. Друзья, мы вышли с Сережей в Гагре. К нам подсели пассажиры. Сейчас стану на фоне этого вокзала. Вот. Хорошо, прям прохладненько. Вышли хоть подышать свежим воздухом. Сейчас подъезжаем, наверное, к нашей. Наши будут долго проверять. Поэтому вот мы, паспорта у нас лежат. Вот, все. Мы, можно сказать, в России. Все, друзья, мы приехали на границу. На нашу, на Россию. Спортивные объекты проезжаем. Сириус. Вот. Какая красота. Вот. Вон чертово колесо.
Здравствуйте, друзья, мы приехали в Адлер. Сейчас здесь, скорее всего, будет хорошая такая остановочка. Адлер, друзья. Приехали в хостел. Друзья, мы подъезжаем к Сочи. Мы приехали в Лоо. Лазаревская. Мы в Лазаревском.